Томсо, что скажешь, что ставят памятник Алиеву старшему Шайтану в Махачкале? По всей видимости, таким образом пытаются решить какую-то проблему конкретной улицы. Бро, чуть было не забыл, слышал что-нибудь про Жамбетова? Ходят слухи, что его пустили под пресс. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, но я могу точно сказать, что этот человек... Нажиртовский и Кручулоевский район до последнего держали такие воины, как Ахмад Авдарханов и его отряд. Частые налеты на пост между Алерой и Хосе-Юрт, они были очень активными. Они, если это было, ну я не думаю, что это сказал в противовес тому, что я говорю, потому что они-то, безусловно, в этих районах очень серьезные проблемы создавали нашим врагам. Но если там имелось в виду, что эти два района не сдал Ямадаев, то Ахмад Абдарханов и его отряд, это уже время партизанской войны. То есть они, да, они там орудовали и очень серьезно напрягали. Но я-то говорю про сдачу позиционной, во время позиционной войны, так как весь этот, вся эта сторона, вообще, видите, уникальность этих событий в том, что Ямадаев, даже когда начинается эта война, он является командующим сектора нашего. Вы представляете, что даже вот в 99-м, в конце 99-го года, когда уже, ну, по сути, очевидным должно быть, что он предатель, даже тогда это для... Ну, многие не хотят это принимать. Психологически это очень сложно принять, что человек, которому ты доверяешь, которого ты уважаешь, он раз и предатель. Поэтому, представляете, на тот момент этот человек является командующим целого сектора. И он этот сектор сдает без боя. И я сейчас не помню название села, где даже некоторые из них я помню, например, село Биной Нажиевтовского района. Там помните, где Трошев разговаривает с представителями села, чтобы там было сложено оружие. То есть вот это вот, все эти события происходят под руководством Ямадаева. Вот что важно. То есть они не просто гудермесы, там гудермесский район сдают, они до там, часть Нажиуртовского района в этой позиционной войне они просто отдают без боя, хотя они должны были эти районы, свои позиции держать. Много зверств совершил Шаманин и его генерал. Шаманов у нас были, в целом отношение, конечно, ко всем было понятно, как к врагам, но среди них были те, кто выделился особой какой-то жестокостью, и, конечно, в их числе шаманов. Шаманов, обычно те села, в которые входили шамановцы, тогда их так и называли шамановцами, это любые российские войска под командованием Шаманова. Как правило, именно в этих селах происходил геноцид, убийство мирных людей, изнасилование, вот эти все моменты. И Буданов, он ведь тоже, по-моему, был в подчинении у Шаманова, входил, по-моему, в его, я не знаю, как у российских называется это, не сектора, у них как-то по-другому это называется. В общем, если я не ошибаюсь, он, по-моему, тоже входил в его подчинение. Но здесь я, может быть, и ошибаюсь, не буду утверждать. Но я знаю точно, что именно Шаманов заступался за Буданова во время судебного процесса над ним. Томсо, что скажешь, что ставят памятник Алиеву старшему Шайтану в Махачкале? По всей видимости, таким образом пытаются решить какую-то проблему конкретной улицы. Обычно это делается, когда, например, ты даешь поставить памятник на какой-то улице, то страна, ну, допустим, с Алиевым это будет, конечно, Азербайджан. Азербайджан возьмет на себя обслуживание этого памятника и близлежащие там территории, допустим, целая улица, асфальт там, или если это парк, то облагораживание там этой территории.
И это, видимо, вот такой вот момент, это, во-первых, некий такой, знаете, такое подхалимство, когда посредством этого ты получаешь какие-то инвестиции. Ну и плюс у тебя постоянное обслуживание какого-то участка. Ну, конечно, есть отношение к этому, вопрос был в отношении к этому, конечно, оно негативное. Но я просто попытался объяснить, для чего это вообще им нужно. Не из любви к Алиеву. Там, я не думаю, что его кто-то там особо любит. Просто это такая вот попытка решить какие-то вопросы. Бро, чуть было не забыл. Слышал что-нибудь про Жамбетова? Ходят слухи, что его пустили под пресс. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Но я могу точно сказать, что этот человек не находится где-то там в подвале. Он... Если даже у него были какие-то там события, то в целом сейчас он находится, не знаю, можно ли это назвать свободой, но, в общем, он не сидит в какой-то закрытой там секретной тюрьме, а так, навряд ли это, конечно, можно назвать свободой, когда ты должен говорить то, что от тебя хотят слышать, когда ты должен там жить там, где хотят, чтобы ты жил. В целом у него, конечно, не свобода, я не могу это назвать свободой. Но в какой-то секретной тюрьме, я имею в виду, он не находится.